Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас долгожданное видео. Это обзор новинки из каталога 15 компании Oriflame. Это именно та самая матовая жидкая помада, всего 8 оттенков, которые обеспечивают и плотное покрытие, создают идеальную матовость на губах. И самое главное, что мы сейчас можем все перепробовать помады и посмотреть, как цвет ляжет на губы. Итак, приступим. Сейчас у меня на губах первый оттенок, самый светлый. Это помада бежевый нюд, код 38459. Когда я красила губы, я заметила, что помада очень легко ложится, у нее кремовая текстура, и через некоторое время она стала совершенно матовая. У этой помады есть отличие: спонжик, тот самый, которым мы наносим помаду на губы, его изменили, он стал более заостренный, сейчас поближе покажу, более заостренный, и у него есть легкий изгиб, который просто идеально скользит по губам. И первая помада достаточно светлая, это очень нюдовый оттенок, приятный, надеюсь, вам хорошо видно. И в конце, посмотрите видео до конца, я сделаю сводчи помады на руке, чтобы еще более хорошо рассмотреть. Ну что, пробуем следующий цвет. Следующий оттенок 38460, нежный розовый. Мы сейчас накрасим с вами вместе, чтобы вы посмотрели, как помада ложится на губы. Я извлекаю кисточку из футляра помады и просто наношу на губы. Нужно было снять немножко лишнюю помаду обратно в флакончик. Смотрите, как красиво легла. Здесь совершенно не нужен контур, она острым кончиком делает как подводку сразу. Что важно в этой помаде: когда вы ее нанесете, не нужно делать привычное движение, когда мы помаду растираем губами, то есть желательно оставить немного губы приоткрытые, чтобы помада полностью высохла, и тогда получится вот этот идеально матовый финиш на губах. Итак, вот эта помада, красивый цвет очень. Итак, это нежный розовый. А это оттенок 38461, цветущий пион. Вот этот цвет мне прям очень нравится. Мне интересно ваше мнение, тоже пишите в комментариях, какой оттенок, на ваш взгляд, нравится мне и какой бы вы выбрали себе. И вы знаете, у меня сейчас ощущение, что я голливудская дива, потому что этот оттенок помады именно тот, который красит голливудские звезды. Это классический красный 38464. Ну скажите, круто! Такой матовый, такой прям благородный цвет. А сейчас у меня на губах красный апельсин, его код 38463. Ну что тут сказать? Оранжевые губы. Цвет настроения оранжевый. А сейчас у меня на губах помада стильный бордо, код 38465. Кстати, многие задают вопросы по поводу того, что помада на картинке, соответствует ли она цвету, который получаем мы в результате. И вот здесь как раз на модели губы именно эта помада. Но вот вы, как вы видите, что отличие есть. Однозначно, что здесь цвет смотрится как бы более в коричневый, а я вижу на губах более такой бордовый, даже в вишневый оттенок. Поэтому в любом случае, конечно, желательно пробовать помады на губы. Вот.
А вот так выглядит помада «Пряный кофе», код 38462. Сливовое вино 38466. Вот так вот выглядит этот оттенок, такой яркий, сочный. И что я еще хочу сказать по поводу этой помады. Мне безумно понравилось нанесение. Очень удобная кисточка, лучшая, которая была в блесках. Сколько я блесков за свою жизнь перепробовала, эта кисть самая удобная. А помада очень эластичная, то есть она действительно кремовая и на губы ложится сразу идеально. Главное дать ей высохнуть. Потому что первый раз, когда я носила помаду, у меня по привычке было желание губы потереть между собой. Но мне кажется, это в нас заложено генетически. И когда помада высыхает, она лежит просто очень плотно. По поводу, то есть плотно и легко в то же время. Она не тянет, тут не ощущается, что лежит помада на губах. Насколько она будет комфортна, будет ли она сушить губы или не будет, я пока сказать не могу, потому что это нужно время, какой-то период походить с помадой и посмотреть, какой же губ будет реагировать на эту помаду. Но я надеюсь, что все-таки будет очень комфортно, потому что я хочу себе такой оттенок. Еще и не просто потому, что это новинка и мне помада понравилась, я в принципе очень люблю матовые помады, а еще и потому, что эта помада участвует в этой супер акции, когда мы собираем тройку: любую помаду, любую тушь и любую тональную основу, и всю эту тройку мы с вами забираем всего лишь за 599 рублей. А если у вас есть дисконт, то скидка получается еще 20%. Представляете, какая выгодная цена, менее 500 рублей, да? Ну сами посчитайте на калькуляторе. Итак, сейчас мы попробуем с вами эти все помады на руке. Я покажу вам, как свотчи, как они будут лежать. Итак, свотчи на руке я расположила в том же порядке, что и помады расположены в каталоге, чтобы вам было более наглядно видно, как выглядит помада в деле. Мне кажется, они очень даже соответствуют. И что вам хочу пожелать? Классного каталога, суперских покупочек. Если есть возможность потестить помаду в вашем бизнес-центре, то обязательно это сделайте. А если нет, то полагайтесь вот на видео, которое я записала, и свотчи, которые представлены в каталоге. Желаю вам классного периода нового, успехов, до новых встреч. Если видео полезное, с вас лайк. И с вами была Лилия Донскова. Пока-пока.